вначале мы расстались, а теперь снова съехались. Но почему-то на душе у меня не радостно. Спрашивается, чего мне в жизни не хватает. Любящий, благородный человек, надежный, заботливый, замуж зовет 2 года. Плащ нашла. Зачем мне плащ? А я молчу. А зачем ты зажигаешь спички? Карбонару делать будем. Карбонару? Ну, понимаешь, что да. Ты же меня в ресторан не захотел вести. Так. Выключаем. Да, высокоинтеллектуальное накладывание макарон. Сильно не царапай сковородку. Весь тефлон. Мне кажется, этой сковородке уже ничего не грозит. Грозит. Твоя вилка грозит. Жень. Женя. Почему? Ну почему ты пакеты не берешь в магазине? Потому что я не люблю их таскать. Ну а как ходить в магазин-то еще, а? С рюкзаком. Несколько рюкзака раз. Мало не хватает. Жень! Дай чек! Расписать, что купить, дай чек! Больше писать не о чем, да? Дай чек! Ну где он? Я привыкла на чеки писать. Не все купил. Сказала одно купить, купил другое. Ну, опять и не взять пакет. Зануда. А? Зануда дня. На улице такая хорошая погода. И лето. И меня любят. Мне так плохо. Я ему даже вчера сказала, что у меня чувств нету. Но я очень-очень хочу, чтобы они были. Зачем-то гуляю возле кассы Аэроэкспресс. Так хочется отправиться куда-нибудь подальше от Москвы.